Нарьян-Мар с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Цель рабочей поездки – мониторинг реализации майских указов президента, выполнение поручений и стратегических инициатив главы государства на территории округа. В рамках своего визита полпред президента провел ряд встреч и посетил социальные объекты. Это первый ознакомительный визит Александра Беглова в столицу региона. В должности полномочного представителя президента России в СЗФО он с декабря 2017 года, сменив на этом посту Николая Цуканова. Сразу из аэропорта полпред президента и глава региона Александр Цибульский отправились на Аллею Славы, чтобы возложить цветы к памятникам героям. Затем в администрацию округа в ходе личной встречи стороны обсудили исполнение майских указов главы государства на территории региона. Майские указы, они определяют качество жизни населения, абсолютно всех слоев населения. Исполнительная, законодательная власть на местах должна их исполнять. Тем более не просто так исполнять, а под эти указы президент поручил правительству выделить средства. И практически каждый указ, он софинансируется с федерального центра. Эта система управления должна быть развита в любом регионе и должна хорошо и рачительно исполняться. Как отметил в ходе личной встречи с полпредом глава региона Александр Цибульский, в этой работе по итогам 2017 года есть некоторые недостатки. В частности, это касается заработной платы врачей и младшего медицинского персонала. Здесь показатели не достигнуты примерно на 5%. Причиной невыполнения указа стал уровень зарплаты в учреждениях федерального подчинения. Кроме того, на 0,3% не добрал округ в прошлом году по средней заработной плате работников культуры. За январь эту ситуацию уже исправили, внесли соответствующие корректировки в региональный бюджет и в процесс финансирования учреждений, отметил Александр Цибульский. Полномочный представитель президента подчеркнул необходимость строительства в регионе противотуберкулезного диспансера как одного из приоритетных объектов социальной инфраструктуры. Мы рассматривали вопросы дороги. Да, там. Мы рассматривали вопросы и строительства ФАПов необходимых. Мы говорили о том, что не решена проблема с детьми, сиротами. Ее нужно решать, 10 судебных исков, которые нужно просто-напросто обеспечить детей уже по судебным решениям, а даже не по праву. И ряд других вопросов. Но самое главное, что есть движение вперед, есть неплохие наработки, на мой взгляд. И я думаю, что эти вопросы будут решаться. Самое главное, народу нужно говорить правду, да, не обманывать и показывать эффективность работы. Среди достижений в работе региональной власти Александр Беглов отметил рост объемов инвестиций в основной капитал, снижение индекса потребительских цен, рост объемов в строительстве, исполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках исполнения соответствующих поручений главы государства, а также ход реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. Александр Дмитриевич несколько раз сказал, что очень важно быть честным перед людьми, говорить о своих планах. Вот мне кажется, также честно быть важно перед руководителями. Поэтому я постарался Александру Дмитриевичу показать все те проблемы, которые у нас есть, эти достижения, те планы, которые мы строим. И мне кажется, мы достигли понимания по всем направлениям и как минимум видим поддержку в лице полномочного представителя нашей инициативы. В рамках рабочего визита в столицу региона Александр Беглов посетил родильное отделение Ненинской окружной больницы. Главврач Андрей Дедов рассказал полномочному представителю президента о работе санитарной авиации и телемедицины. В режиме онлайн не всегда хорошо, нужно честно сказать, потому что качество интернета не всегда позволяет вести качественную онлайн-трансляцию. В режиме офлайн консультация происходит достаточно систематически. Вот, ну, так будем говорить, в зависимости от активности медицинских работников. Санавиация у нас осуществляется порядка от 250 до 300 вылетов в год в среднем, получается. Я имею в виду внутренние по округу. Санавиация, мы тесно контактируем с Архангельской областной клинической больницей, с Республикой Коми. Иногда рожают где-то в тундре в районе там, Усть-Кары-Каратайки, до Воркуты там ближе. Иногда из коллеги из Республики Коми летят туда на вылет, потому что там ближе и эффективнее. Как правило, это кочующее население. Полпред президента осмотрел палаты родильного отделения, в том числе интенсивная терапия, смотровые приемного покоя, родильный зал. И положительно оценил оснащенность и условия оказания помощи в этом подразделении больницы. Отмечу, что значительная часть оборудования для родильного отделения была приобретена при поддержке из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здоровье». Все укомплектовано очень хорошо, оборудование современное достаточно. Покупалось по программе модернизации.
Да. Она дала возможность учреждениям набрать и оборудование, и необходимые технологии. Сейчас на личном контроле главы региона Александра Цибульского находится подготовка заявки на президентский грант для приобретения томографа в Ненецкую окружную больницу. После получения всех необходимых заключений пакет документов будет направлен в администрацию президента России. Еще одно учреждение, которое посетил в рамках своего рабочего визита в Нарьян-Мар Александр Беглов, стала детская школа искусств. Сегодня она объединяет два подразделения – Нарьян-Марская и Искательская. В школе обучается 712 детей, из них на дополнительных предпрофессиональных программах порядка 280 человек. В школе работают 54 преподавателя. Стоит отметить, что 85% наших преподавателей – это выпускники родной музыкальной школы и художественной. То есть мы все после окончания вернулись в родную школу. Любовь, которую нам привили, она осталась в наших сердцах. Я вернулась тоже. В рамках визита полпреду президента также была продемонстрирована уникальная звукопоглощающая система, которая позволяет изолировать музыкальные классы школы друг от друга. По словам директора ДШИ из числа школы искусств Северо-Запада, такое оборудование есть только в Нарьян-Маре. Школа смогла установить его при поддержке окружных властей и недропользователей в рамках их сотрудничества. Стены, кроме уличной стены, чтобы жители города Нарьян-Мара могли наслаждаться звуками детской школы искусств. Руководитель школы искусств Ирина Пудовкина также отметила, что учащиеся школы являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Некоторые из них в день визита полпреда приготовили творческие подарки гостям – музыкальные номера и картины. В завершение визита в столицу региона полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе и глава региона встретились с лидерами общественных организаций и национальных объединений Ненецкого округа. В неформальной обстановке участники встречи обсудили реализацию государственной политики по развитию граждан. Общества в регионе и в стране. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Сергей Качегов, телеканал «Север».